Привет, друзья! Вот пришла на старое место, где собирала мяту. Вот здесь был колодец. В прошлом году он был сухой, а нынче есть вода в нем. Лето было дождливое, поэтому вот и людям повезло, тоже качают воду, сделали шланг. И у них такой природный колодец идет к домам туда, вверху дома. Я вот как бы здесь внизу собираю мяту. Мяту буду собирать сейчас. Пришла вот на это место, где в прошлом году собирала я мяту. Тут борщевик, конечно, очень много борщевика. А вот здесь растет наша мята. А где она? Так, ага, вот она подросла. В прошлый раз она меньше была. А сейчас она подросла. Подальше, вот там покрупнее она идет. Там и сырость, сырости больше, влаги. А здесь-то вот люди уже пособирали все. А вот покрупнее-то там все идет. Так, вот она выросла уже с метр. Длиннющая. Остаточки можно собрать. Так, сколько есть тут? Пособираю еще, найду. Так, ну ладно. Там вот тоже есть, должна быть. Там тоже посмотрю.